Сегодня ремонт кнопки. Вот здесь отошел прут. О, его передавило, я перекусил. А вот оно. Опа. Вот его вместе перекусанным заменил. И вот эти два провода здесь, короче, их перебило. Вот тут на сжатии, где клемма держит, вот тут. Короче, тоже перебило. Вот. Сейчас буду все закрывать. Короче, в чем была проблема? За шнур дергали люди и переставал работать шуруповерт. То есть крутит, а потом перестает. Вот, короче, вот здесь контакты немножечко отходили. Короче, вот их перетянул. Вот, вот эту ерунду сделал. Сейчас это все закрываю полностью, аккуратненько здесь все заложу, потому что здесь была так куча, и вот то как раз передавило вот здесь, потому что не было правильно сложено. Вот, короче, вот эту сделаю херню. Вот, и разберу этот, как он называется, вилку, там тоже контакты проверю. Ну и после этого посмотрю, как здесь все будет. Погнали. Вот так вот все я по красоте уложил тут. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот, тут зафиксировал кнопочку в реверсе. Все здесь затянул. Теперь одеваем крышечку, все должно легко одеться. И без каких-либо проблем. Ну, вроде бы так оно и есть. Сейчас еще тут клацнем, заклацнем, завернем и включу, посмотрю, работает или нет. Так, друзья, все. Берем наш шурик и будем сейчас проверять, как он работает. И работает ли вообще. Кто? Лепестковые. Лепесточки, лепесточки. Кружочки. Да, Григорьевич. Это тоже такой. Так, все, реверс работает. Говорю, реверс работает, все работает. Сейчас проверяю проблему, которая была. Работает ли оно, когда шнур дергают? Так, чтобы видно было. Чтобы видно было. В общем, проблема была, дергали шнур, и он переставал работать. Смотрим, как сейчас. Все работает, все починил, короче, все здесь закрепил, как я уже говорил. Ну, на ролике вы видели, можете перелистнуть, посмотреть. Или я это сделаю в формате IGTV, там, скорее всего, перелистнуть не нужно будет. Ну, в общем, кадр будет видно. Как установил, поменял, вырезал вот тот кусочек серенького прутика, поставил сюда, ну, в общем, вот так.